Лиза – бывшая воспитанница частного детского сада «Надежные руки». Сейчас она уже учится в школе, но продолжает принимать активное участие в жизни детсада. В этом году дошкольное учреждение впервые стало участником конкурса «Цветущий город». Выбрали номинацию «Моя великая победа». Девочка и другие выпускницы не остались в стороне. Здесь много цветов. Недавно тут проходил праздник, посвященный Дню Победы. Мы пели военные песни и танцевали. И рассказывали стихи. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете победный май, великий май. Родители детей подошли к участию серьезно и творчески. Помимо высадки цветов и оформления клумб, они построили маленькую лодку и танк. Фотографии родственников, участников Великой Отечественной войны, украсили стену памяти. Детей познакомили с историей войны и подвигами русских солдат. А детки тоже нам помогали. То есть они каждый день вечером поливали цветы. То есть у нас есть специальные детские леечки. С удовольствием ухаживали за цветами. Несмотря на то, что дети маленькие, ну, есть у нас и постарше сейчас на летний период, дети постарше, конечно, прививали любовь тоже к цветам, говорили, чтобы не рвали цветочки, самые маленькие детишки, да, только нюхали и глазками смотрели. Череповчане с удовольствием участвуют в конкурсе и с каждым годом все больше удивляют членов комиссии своей изобретательностью. Проявлять фантазию им помогают интересные номинации. Что у нас нового? Конечно, у нас остается тематика года памяти и славы, 75-летия в Великой Отечественной войне. Это, конечно, номинация, которую многие сейчас любят, удачный дебют, дома, которые в первый год заявляются. Им очень сложно соревноваться уже с опытными участниками, поэтому мы их отдельно поддерживаем и с отдельными клумбами или уже комплексными клумбами и комплексной территорией. Мы также всех ждем детские сады, школы, социальные учреждения, поликлиники, больницы для участия в конкурсе. На сегодняшний день принять участие в конкурсе готовы 64 организации и жители города. Оставить заявку можно любым удобным способом. Позвонить по номеру 501110, заполнить онлайн-форму в группе Череповецкой гордумы ВКонтакте или прийти лично. Марина Леонтьева, Егор Плюснин, новости.